что-то будут получать семьи. А так у нас и семьи да разваливаются от того, что жилья нет, и жить негде. Вот если меня спросить, ну, Тамара Васильевна за свое сердце болеет, а у меня на самом деле за стариков, которые, простите, этого не имеют. А почему надо молодым семьям это дать, а не старикам? Простите, пожалуйста, вы же о лицемерии на вашем месте. Кстати, вы даже не депутат. Я бы на вашем месте не говорил, потому что если уж говорить о лицемерии, вот с этой стороны только о нем и говорим. Я говорю спокойно, говорю по поправкам, по сути этих поправок. Не отвлекайтесь, Андрей Михайлович, коллеги, не надо реплик с места, не надо. Все записались уже. Поправка 112-я. Это молодые семьи. Я закон вносила о том, чтобы молодым семьям увеличить. То был 1 миллиард, потом 4 там миллиарда. Теперь мы говорим, их 300 с лишним тысяч детей, вернее, семей. Поэтому давайте прибавим хотя бы 40 миллиардов, хотя бы те, кто уже много лет стоит и ждет только это. Они не могут ни по маленькому кредиту, который в 6 уже у нас процентов, не могут никак купить. Хоть эти что-то будут получать семьи. А так у нас и семьи-то разваливаются от того, что жилья нет и жить негде. Уважаемые коллеги, вот мы говорим, ипотека. Льготные кредиты, снижение общей суммы основного долга, 450 тысяч там, рублей на детей с семьей. Вот это что? Это не поддержка семей? Здесь предлагается дать на то, чтобы дать молодым семьям дополнительно 40,5 миллиардов рублей. Коллеги, вот честное слово, вот если меня спросить, ну, Тамара Васильевна за свое сердце болеет, а у меня на самом деле за стариков, которые, простите, этого не имеют. А почему надо молодым семьям это дать, а не старикам? Почему это надо, почему дать не на северян и так далее? Вот бюджет, особенно в таких условиях, это вопрос приоритетов. И приоритеты каждый, наверное, для себя выбирает сам. Так вот, в данном случае мы реально решаем вопросы, связанные с тем, чтобы дать молодым семьям заработать себе на квартиру. И максимально создаем льготные условия, чтобы они могли взять ее в ипотеку. Это тот путь, который мы считаем наиболее приемлемым. Взять 40,5 миллиардов и отдать на это? Секундочку. Поэтому извините, коллеги. Александр Ильич, а я обязан говорить хором или я могу говорить по очереди? Я ведь, в общем, никого не перебиваю. Так вот, простите, пожалуйста, вы же о лицемерии на вашем месте, кстати, вы даже не депутат. Я бы на вашем месте не говорил, потому что если уж говорить о лицемерии, вот с этой стороны только о нем и говорим. Я говорю спокойно, говорю по поправкам, по сути этих поправок. Не отвлекайтесь, Андрей Михайлович, коллеги, не надо реплик с места, не надо. Все записались уже. Так вот, уважаемые коллеги, а теперь с чего предлагается снять? А снять предлагается, как всегда, нам же заявляли здесь в первом чтении некоторые, что нашли у Минфина резервы. Так вот, этот резерв у Минфина нашли, пенсионное обслуживание государственных служащих. Нормально, давайте снимем с пенсии и отдадим молодым семьям. Пусть живут. Комитет по бюджету предлагает отклонить данную поправку. Кстати, Комитет по труду и социальной политике предлагает то же самое. И мы поддерживаем мнение наших коллег. Отклоняется. 101-я поправка предусматривает даже не увеличение, потому что не было такой цифры в нашем бюджете. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на отдых, лечение и так далее. Я не знаю, почему эта вот строчка выпала вообще в прошлом году и вот опять в этом году. Или считают, что это адресная помощь. Кроме того, мы знаем сейчас, в связи с коронавирусом, целый год дети сидят уже у компьютера, они уже практически не гуляют и так далее. Здесь много нужно денег, но мы рассматривали на комитете, я выступаю не только от себя, от комитета, что это нужно, эту поправку нужно принять и вообще эту строчку все-таки вернуть в бюджет. А деньги там можно найти, это не такие большие деньги. Пожалуйста, Андрей Михайлович. Спасибо. Уважаемая Тамара Васильевна, я хотел бы просто обратить внимание, что когда принималось решение вообще об оздоровительной кампании для детей, эти средства каждый год увеличиваются. Но в данном случае, чтобы вот сейчас мы понимали, вот в законопроекте с учетом поправок, которые внесены, на отдых и оздоровление детей предусмотрено более 41 миллиарда рублей.
вот по 2021 году это почти 17 миллиардов, и рост по сравнению с предыдущим годом 20%. 20% роста. Поэтому в данном случае говорить о том, что этому направлению не уделяется внимания, ну, на мой взгляд, просто, ну, как минимум, некорректно. Просто посмотрите, какое идет увеличение. Увеличение 20% от 17 миллиардов – это почти то, что вы предлагаете добавить. Это уже сделано здесь. Второй вопрос. Вы предлагаете в качестве источника взять стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Ну, давайте спросим у Владимира Ивановича, он согласен отдать с агропромышленного комплекса? Просто, если Владимир Иванович согласен, давайте прямо сейчас вот берем с агропромышленного комплекса, то потом не надо требовать восстановления, соответственно, с инвестиций, и отдаем туда дополнительно. Вот готов практически. Но боюсь, что источник тоже как-то. Мы, в общем, решение принимали о том, что, в общем, агропромышленный комплекс надо увеличивать финансирование, а не сокращать его. Именно с учетом того, что у нас рост по этому направлению очень серьезный, расходов заложен в бюджете, а источник предлагается, ну, совершенно какой-то, ну, на мой взгляд, ну, неправильный источник. Владимир Иванович, все, вот борюсь за вас, за ваши интересы, Владимир Иванович, между прочим. Вот, поэтому мы не поддержали данную поправку. Не принимается. Ну, я просила, чтобы мне дали хотя бы пояснить, это не летний отдых. Не летний отдых. На летний отдых мы знаем, мы видели, что там прибавка, молодцы, спасибо. Здесь вообще дети, находящиеся в трудной ситуации, и там могут на местах просматривать, куда же направить и как эти 5 несчастных миллиардов, чтобы помочь вот этим бедным самым детям. Поправка 107, она предусматривает дети-сироты. Кто сидит здесь в зале, все знают. Как только я докладываю тему сироты, так сразу начинается. И до 23 лет давайте им выдавать, если не дали. И давайте судом выдавать чуть ли не тем, кто уже 40 и 50 лет и так далее. Что у нас находится 170 тысяч детей-сирот, которые не получили. Давайте что-то делать. Я говорю, вот будет у нас бюджет, я обязательно внесу. И не так уж много, 10 миллиардов, потому что это есть и на каждый год, и то мы не решим проблему. У нас и президент постоянно на эту тему говорит. Ну, мы опять видим, что цифры там небольшие, поэтому просили бы 10 миллиардов добавить хотя бы в этом году. На три года. Спасибо, коллеги. Я хочу напомнить, что тема действительно, ведь обсуждение в каждом бюджете идет. Тема дети-сироты, жилье, тема не просто болезненная. И вот в прошлом году мы же вышли на решение практически этой темы, когда было специально в постановлении к прошлому бюджету, было поручение правительству о том, чтобы правительство посмотрело, как подходы к этой проблеме, как ее решать. Потому что вы понимаете, что, скажем, вот даже в этой сложной ситуации сегодня расходы по этому направлению увеличены. Увеличены, кстати, на 30%. Может быть, это мало, это недостаточно, но тем не менее на 30% увеличены расходы именно по этому направлению. Но только надо не 10 миллиардов, а для того, чтобы решить очередь вот на сегодняшний момент, та, которая есть, а она же растет еще постоянно, нужно 267 миллиардов. И вот чтобы мы понимали, 10 добавленных миллиардов, которые идут, дают нам возможность решить эту проблему в течение 27 лет. А значит, это предлагается не решение проблемы, а предлагается просто поговорить. На самом деле правительство не просто было готово. Группа, которая работала под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, была готова предложить, правительство хотело предложить нам уже решение в этом году, как выйти на решение этой проблемы. Но мы все понимаем, что произошло. Произошел коронавирус, когда все расходы, огромные расходы, пришлось направлять на другие цели, спасая жизни и здоровье людей. Но даже в этой ситуации расходы по этой статье, я повторяю, выросли на 30%. Другое дело, что мы считаем, что коронавирус не может снимать эту тему из повестки дня. И поэтому, естественно, что в третьем чтении мы вернемся к этому вопросу, забегая вперед, точно так же, как и по северянам. И обязательно заложим эти вопросы, потому что мы понимаем, почему правительство не смогло это сделать в этом году, но мы считаем, что эту тему нельзя откладывать. И уже сегодня надо говорить не столько, может быть, не столько о деньгах, сколько о том, как решать проблему. Мы должны увидеть
программу. И это мы будем предлагать, естественно, в постановлении к третьему чтению. А поправку эту мы предлагаем отклонить, поддерживая в этом позицию Комитета по социальной политике. Отклоняется. Если вот сейчас вы говорите «а поговорить», а если бы я назвала 267 миллиардов, вы бы сказали, что с ума сошла. Где такие деньги взять? И вот если по 10 каждый год, то мы еще чего-то сделаем. А если просто вот «а поговорить», это вот так. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.